Борис Николаевич, куда вы? На улицу. Зачем? К людям. Подождите, Борис Николаевич, дайте хотя бы оглядеться. Некогда. Здорово. Как настроение? Нормально. Молодец. Я зачитываю обращение, поскольку телевидение не дают, радио не дают. Я зачитываю. Указ президента Российской Федеративной Социалистической Республики. В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным, как государственным преступлением. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента, Верховного Совета, председателя Совета Министров. Те лица, которые исполнят решение указанного комитета, подпадают под действие Уголовного кодекса и подлежат преследованию по закону. Настоящий указ приводится в действие с момента его подписания.